Сирийская армия при поддержке наших воздушно-космических сил наступает сразу по нескольким фронтам. В провинции Латакия на днях освободили стратегически важный населенный пункт – город Сальму. И сейчас впервые пригласили туда журналистов. В руках боевиков Сальма находилась более 3 лет. Расположенный рядом с турецкой границей через этот город экстремисты получали продукты и боеприпасы. В этом месте шли ожесточенные бои, большинство зданий разрушено, но уже возвращаются местные жители. За несколько дней приехали сотни человек. Теперь главная цель сирийской армии – взять под контроль границу с Турцией.